Я вітаю наших глядачів. Сьогодні, 2 квітня, ми скасували традиційні інтерактивні новини на 9 каналі. Зробили це тому, що бачимо необхідність поговорити про дуже важливе більше в рамках спеціального ток-шоу. Сьогодні, 2 квітня, Всесвітній день розповсюдження інформації про проблеми аутизму. Офіційно дату присвятила людям дощу Генеральна асамблея ООН 2008 року. Але за 5 років чи стали ми дійсно краще обізнаними? Що це за розгляд – аутизм? Як навчитися правильно жити із ним і, головне, поруч із людьми, що на нього страждають? У цій студії сьогодні з'явиться багато гостей. Зараз вітайте перших. Лариса Чудакова – головний позаштатний дитячий психіатр Департаменту охорони здоров'я обласної держадміністрації, лікар-психіатр дитячої вищої категорії і кандидат медичних наук. Яна Бабко-Мала – мама дитини, що страждає на аутизм. І Ольга Склянська – медичний психолог Дніпропетровського обласного методичного психолого-медико-педагогічного центру. Добрий вечір нашим гостям. Еще раз. То есть мы сегодня с вами говорим о важной проблеме – аутизм. Я, наверное, начну с вас, Лариса Брониславовна, да? Бориславовна, простите. Что такое аутизм? Давайте какие-то общие данные мы все-таки расскажем. Да? Есть у нас видеосправочка, мы ее потом покажем. Все-таки какие симптомы у людей, страдающих на аутизм? Аутизм – это заболевание впервые было описано Лео Каннером еще в 1943 году. И аутос уже все, наверное, знают, в переводе с греческого обозначает «сам». Заболевание тяжелое, заболевание пожизненное, которое, в общем-то, не поддается лечению, только поддается каким-то коррекционным занятиям. Характеризуется проявлением нарушения общественной и социальной коммуникации, нарушения речевого развития, а также стереотипными движениями. Если говорить о гендерных признаках, то мальчики все-таки болеют в 4 раза чаще, чем девочки. И, к сожалению, аутизм не знает ни расовых, ни национальных, ни социальных границ. То есть им болеют все. Если говорить о распространенности, то есть количество детей, которые находятся у нас на учете, на сегодняшний день это 192 человека, 187 детей до 15 лет и 5 человек, которые старше 15-летнего возраста. По Украине показатель где-то 27,8 на 100 тысяч детского населения распространенности. У нас этот показатель несколько выше, 33,4. У нас в Украине? Нет, в Днепропетровской области, да. Выше украинского показателя. Вот. И в целом где-то аутизм составляет у нас 1,6% от общей психиатрической заболеваемости среди детского населения области. А можем ли мы говорить о таком понятии детский аутизм и аутизм взрослый? Я не знаю, правильно это или нет, более запущенные, да, вопрос, конечно, мы сейчас поднимаем, детские психиатры перед взрослыми психиатрами. И этот вопрос давно поднимают родители. Потому как ребенок – это человек, который достигший 18 лет. А что с этим ребенком после 18 лет? Этот аутизм никуда не девается. Поэтому в настоящее время подняли вопрос, и детский аутизм будет оставаться аутизмом пожизненно. И протокол будет звучать не просто лечение детского аутизма, лечение аутизма. То есть это будет и дошкольный возраст, и школьный, и взрослый, и старческий возраст. То есть это будет такой, в общем-то, аутизм, один такой, ну, диагноз, в общем-то, у всех. И у стариков, и у детей. У нас есть справочка о причинах аутизма, и я предлагаю сейчас посмотреть, и дальше мы продолжим нашу беседу. Аутизм – розлад, викликаний комбінацією генетичних та екологічних факторів. Цього року Інститут педіатрії при Королівському коледжі Лондона провів дослідження, яке показало, що фактори аутизму мають властивість накопичуватись протягом поколінь, повідомляє Reuters. У чоловіків, які заводять дітей після 50, ймовірніша поява онуків з аутизмом. Дослідження, опубліковане у серпні минулого року, показує, що вік батька в момент появи дитини є найбільшим фактором ризику передачі нових мутацій гена. Вчені вже наголошували раніше, що пізнє батьківство є фактором ризику для аутизму. Дослідження пішло далі, припускаючи, що пізнє батьківство діда також є чинником. Він може бути пов'язаний із мутаціями, що відбуваються у клітинах сперми з плином часу. За оцінками, у Сполучених Штатах на аутизм страждає одна дитина з 88. У Європі –
одна зі ста. Ну, я, наверное, попрошу прокомментировать вас, да, большие цифры вы говорите, да, у нас в Украине меньше, нежели за границей. О цифрах и о статистике я судить не возьмусь, но действительно эти цифры пугающие. В нашей практике все-таки больше детей, не страдающих аутизмом, чем с такими сложными трудностями. Что же все-таки делать, чтобы заметить вовремя, если опять-таки можно говорить понятие вовремя, да, чем раньше, тем лучше? Чем раньше, тем лучше. И стоит обращать внимание на то, как ребенок в самом маленьком возрасте, начиная с младенческого, как он строит взаимоотношения с матерью. Радуется ли он, протягивает ли он ручки, когда это грудной малыш. Как он играет, как он откликается на появление мамы, на голос мамы, как он реагирует на других деток. В общем-то, если попробовать обобщить и для себя вывести какой-то такой маркер, на который нужно обращать внимание на взаимодействие. Как ребенок взаимодействует с другими людьми, как ребенок взаимодействует с предметами, с окружающей средой, как ребенок взаимодействует с самим собой, насколько он понимает то, что с ним происходит, насколько он успешно использует окружающую среду. Это я, конечно, попыталась обобщить и достаточно тонкую и обширную информацию уместить в какой-то более общий конструкт. Тут, конечно, нам, родителям, важно быть внимательными и обращаться за консультацией к специалистам. Ну, смотрите, вы сказали, что вот как ребенок реагирует на маму. Любой ребенок в самом раннем возрасте больше, пожалуй, чаще всего реагирует на маму, да, потому что мама рядом, мама понимает. И не есть ли это сложность? Может быть, с мамой как раз и нормально ребенок взаимодействует, а с другими... Ну, вот, необычно. Да, попытка упростить сложную информацию в нашем случае получилась не очень удачной. Я имела в виду, как грудной ребенок реагирует оживлением и улыбкой на появление мамы, как грудной ребенок ведет себя, когда его берут на ручки. В общем, есть достаточно подробный перечень совершенно конкретных проявлений, с которыми сейчас знакомят семейных врачей, в том числе, с которыми знакомы педиатры. И, конечно, когда есть сомнения, нужно обращаться за консультацией. И самый подходящий, самый точный выбор в этом случае – это детский психиатр. Ну, соответственно, врачи должны знакомить молодых мам с ситуацией. А вот давайте мы у мамы спросим, да, Ян, вот вы заметили что-то особенное, что-то необычное в своем ребенке. 6,5 лет, да, я знаю вашему сыну. Заметила я, это начало происходить 2 года и 3 месяца. 2 года и 3 месяца. Да, у меня есть старшая дочка, и, по крайней мере, я не видела никаких особых таких изменений. Да, было отставание в речи, но как мальчики всегда... Говорят это, всегда позже, да, поэтому так здесь говорят, как бы не сильно било тревогу, а вот когда начался регрессивный такой процесс, когда отказ от всего, стереотипность появилась, истерики, вот, то есть я забеспокоилась, вот, когда он начал... Движения такие непонятные делать, и, скажем, год билась, психиатр участковый сказал, что все нормально. Не сразу мне, я целый год делала обследования и головы, и, в общем, все, пока я не попала к Ларисе Бориславне. То есть, и вот тогда прозвучал этот диагноз. То есть помогли? Да, потому что даже пытались на этом и традиционные, нетрадиционные методы. Неврологи пользовались этим моментом, а когда ты в отчаянии, ты пытаешься за все схватиться. Вдруг поможет. Ну тогда вопрос к вам. Какие методы прописаны Министерством здравоохранения, да, и, возможно, какие применяются не совсем прописаны, если применяются опять-таки? Я поняла. Понимаете, аутизм, заболевание в целом, оно неизлечимое. То есть нельзя излечить функциональное расстройство мозга. Но можно подкорректировать.
И достаточно много симптомов разнообразных при аутизме. Это и нарушение поведения, это аффективное расстройство, это нарушение сна. Это могут быть стереотипные расстройства поведения, которые мешают ребенку заниматься, гиперактивность, судорожные припадки. Это все то, что сопровождает сам диагноз аутизм. И это надо убирать. То есть надо помочь ребенку адаптироваться, и назначаются медикаменты в зависимости от ведущего симптома. При нарушении поведения – это один препарат. При судорожных припадках – это другой препарат. При аффективных расстройствах – это третий препарат. То есть надо видеть ребенка, надо с ним сотрудничать и потихоньку подбирать терапию. А с каким заболеванием можно перепутать аутизм? Да? Какие симптомы похожи, возможно, на другие заболевания? Дело в том, что аутизм, в общем-то, впервые вообще был описан при шизофрении. Вот. То есть аутизм можно перепутать с детской шизофренией. Uh-huh. Аутизм бывает и у детей с легкой умственной uh-huh. отсталостью. Аутизм встречается и у детей, страдающих эпилепсией, понимаете? Да, вот. И нет такого вот точного перечня скрининговых вопросов, которые могут сказать, да, вот это аутизм. То есть такого ребенка надо наблюдать, такого ребенка надо собирать анамнез у родителей, смотреть, как он себя ведет в обществе, и только тогда можно поставить аутизм. Ни один тест не может поставить диагноз аутизм на сегодняшний день, к сожалению. Хотя тестов очень много. Ян, что вы сегодня делаете? Вы сегодня занимаетесь в саду. Да, мы ходим в сад и... Ходите в сад обычный? Специальный? Да, да. То есть 3 года назад, вообще, когда прозвучал диагноз, в общем-то, информации было очень мало. То есть и я просто понимала, что этому ребенку нельзя быть одному. То есть я постоянно вмешивалась в его одиночество. Я общалась с ним и посоветовали в садик. И почему-то мне казалось, что социальная среда – это обязательный, то есть фактор, который должен присутствовать. И дома... это сработало? За 3 года вы увидели изменения? Да, безусловно. Сейчас в садике, по крайней мере, он может даже обратиться к другому человеку за тем, что он хочет. Это большое, угу. Такие детки не всегда обращаются только конкретно к одному человеку, а к другим он уже не может обратиться, и в другой среде. А здесь он может и дома это сделать, и в садике обратиться, например, пить, угу. есть. То есть вот эти все моменты он в садике тоже может уже использовать. Он занимается, он ходит на музыкальные занятия, то есть ходит на детскую площадку играть с детьми. Были у нас веселые старты. Я не знала, что он безумно любит участвовать вот в таких веселых эстафетах. Вы что-то нам принесли показать, да? Есть какие-то фотографии? То есть я начала применять визуальное расписание ребенку. Я его фотографировала. Фотографировали его его действия, угу. То есть как он чистит зубы. И показывали ему. Я просто его вывесила на стеночку, вот, например, на таком крючочке. Угу. В общем, и он здесь идет глобальное чтение, то есть глобальное чтение слов, которые он запоминает. Эти дети зрительно, у них память феноменальная, они запоминают даже то, что даже не нужно. Поэтому вот такие вот используются предложения, он их уже может читать, а когда он выполняет это действие, он обязательно его переворачивает. А здесь уже я прыгал на мячике, mm-hmm. то есть закончил действие. И это расписание используется, он утром встает, он уже знает, что начало где и где конец. То есть затем мы подсоединила вот такое расписание. То есть визуальное расписание, я считаю, что это, скажем, самый лучший стиль обучения для ребенка. Они лучше воспринимают то, что видят, чем слышат. Допустим, он читает, что сегодня, сейчас весна, сегодня какое число. Вот здесь, прошу прощения. День недели. Да, здесь утро дня. Подразделяется. Утро, день и вечер. То есть, что он ходит в сад. В АТБ, то есть мы должны зайти в магазин, то есть вот такие картинки, сейчас он со старшим ребенком, старший ребенок, да, на хозяйстве, поэтому она с ним сейчас занимается. Кроме этого, с собой перевозится везде, а вот эти фотографии, они используются дома, потому что не можешь все возить, а когда ты летом часто куда-то уезжаешь, то это довольно-таки хорошая подсказка, папка. Ребенку такому начала
замечать, что когда я вечером перечисляю то, как он провел сегодня день, он начинает оживать. То есть у него появляется живой взгляд, и он пытается даже что-то повторить за мной. Я начала делать, разрабатывать социальные истории. Вот была история о нем самом, кто он, его фамилия, то есть и это сработало. Сейчас он может рассказать, как его зовут, сколько ему лет. А теперь создали, в общем, разработали детский сад. И там история о том, что я хожу от его имени. Я хожу в детский сад, есть воспитатели, как их зовут, что он занимается в детском саду, ходит на площадку, он играет с детками. Какие детки есть, мальчики и девочки. Это все идет в виде надписи и фотографии. То есть и сейчас, вот сегодня впервые, за эту неделю, пока это было, была эта социальная история, я прихожу в садик, и мне говорят воспитатели, он сегодня меня называл Татьяна Ивановна. Здорово. И Арина, вторую воспитательницу, он называл Арина. Что, в общем-то, сработала социальная история. Затем детки хорошо запоминают зрительно, как я повторяла, да, зрительно-глобальное чтение. То есть мы изучаем не буквы, а я сначала изучала вот такого плана лото. Я просто ламинировала, приклеивала липучки, сама печатала, ламинировала. Ему так будет интересней. Во-первых, мак рисованный, и есть настоящий мак. И очень детям таким очень сложно различить один и тот же предмет. В общем-то, одну и ту же картинку, рисованную фотографию, им очень сложно. Поэтому... Ну, в общем-то, жираф бывает, на фотографии бывает рисованный. И он это видит, он понимает, что это один и тот же, одно и то же животное. Он учится отличать. Да, и теперь мы начали читать. Сейчас мы начали читать. Здорово. Ну, очень коротко вопрос. Спасибо вам большое за вашу историю. Вот нужны ли медикаментозные здесь какие-то методы? Или достаточно вот такого поведения и такой методики? Ну, мы прошли медикаментозное лечение. У него были, то есть совокупность, адаптация в садике проходила легче на медикаментозном лечении. Да. У него исчезли аффективные расстройства, у него исчезли стереотипии в поведении, ему легче было влиться в коллектив. Потом постепенно все это отменили. Ну, сейчас вот мы его, да, вот сейчас у него есть, понятно, что мы всему учимся, но у него, конечно, бывают такие критические дни, когда ему плохо. Когда ему тяжело, есть обострение. То есть, поэтому в такой период подключать нужно медикаментозное. Спасибо вам. Я на сегодня попрощаюсь с вами. Очень благодарю вас за участие. У нас будут еще гости, будут еще видеоматериалы. Вы посмотрите, обязательно с вами пообщаемся. Спасибо на вам. Сегодня пока все. И после следующего сюжета в нашей студии появятся новые гости. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Дальше будем говорить об образовании и о проблеме в целом. Восьмирічна Катя Лігай – одна з тих, кого називають людьми дощу. У дівчинки аутизм. Майже півроку вона навчається у школі, хоча медико-педагогічна комісія наполягала на її домашній освіті. Вдома дитина в чотирьох стінах, коли є телевізор, коли є інтернет, він деградує. Кожному дитину йому потрібна соціальна адаптація, щоб він міг себе реалізувати в дальнейшем в обществі. І я вважаю, що кожному дитину потрібно дати шанс поучитися в школі. Навіть пускай це буде короткий період, ну, це має бути. Дівчинка навчається у школі інтернатного типу. Вона має проблеми з математикою, тим може похвалитися відмінною зоровою пам'яттю, музичним слухом та схильністю до вивчення мов. Її мама каже, потрапити навіть у спеціалізований заклад було проблемою. Мені довелося побігати, просити, стучати во всі двері. Вот. Двери закрывали, я в окна залазила. Вот. Но я добилась того, чтобы меня приняли в школу. Я ко всем бегала. Кто мне мог помочь? В самую последнюю очередь я обратилась к директору нашей школы. Просила, пожалуйста, хотя бы пробно, хоть на месяц, хоть пожалуйста, хоть на полдня. И поэтому мы в школе. І вже зараз, каже Валентина, у поведінці її дитини є певні зміни у кращий бік.
Педагоги школи, де навчається Катя, кажуть, їхня особлива малеча здатна на великі перемоги. Головне – дати їм шанс. Маленькими совсем вони приходять к нам, многие беспомощными, которым надо оказать помощь. Кто-то не умеет писать, кто-то не умеет говорить, кто-то не умеет считать. И каждый педагог, вкладывая свое сердце и душу, работает вместе с ним. И их маленькие достижения кажутся для нас совсем большими, когда мы радуемся вместе с этими детьми, вместе с родителями и видим плоды нашего труда. Спеціалісти з реабілітації дітей-аутистів погоджуються і кажуть, велика частина майбутнього дітей дощу залежить від суспільства. Адже якщо почати їхню реабілітацію з дошкільного віку, є великий шанс успішної соціалізації. Все залежить від возможностей непосредственно государства, желания самого общества и принятия самим обществом таких людей и понимания, что и такой человек может быть полезен, у него есть достоинство, и он может жить так же, как и другие люди, имеет такую же свободу выбора, как и другие люди, у которых нет диагностированных расстройств. І з цим згодна і мама Каті, тож обіцяє не зупинятися і вірить у те, що її донька уже дуже скоро вчитиметься у загальноосвітній школі. Дар'я Коляда, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу. І, власне, до нас сьогодні завітала мама героїні цього сюжету Валентина Лігай. Добрий день вам. І ще одна гостя у нас у студії – Лідія Фролова. Вона голова правління благодійного фонду «Детство за гранью». Добрий вечір. І вам, Ліда. Пожалуйста, наверное, сейчас вот вопрос я задам вам. Все-таки действительно вопрос об инклюзивном образовании. Я думаю, что он очень нелегкий, да, мы только что видели, как сложно было маме хотя бы в какую-то школу попасть. Почему так сегодня происходит? Почему сложности с этим вопросом? Вообще история об инклюзивном образовании особенных детей в обычную среду в Украине история молодая. Это наша система образования идет к этой инклюзии, и сейчас она на первых шагах. И вся сложность в том, что в общеобразовательном пространстве мы должны создать для особого ребенка те условия, которых там раньше не было. Мы не можем просто без подготовки, без сопровождения, без специальных средств забросить ребенка в обычную среду и ожидать, что само собой что-то произойдет, и что сама по себе эта среда на него окажет благотворное влияние. Здесь нужно подходить индивидуально к каждому ребенку, нужно понимать, что мы добьемся успехов, когда мы ребенку будем помогать. Вот вы видели, какую грандиозную работу проделала мама для того, чтобы ребенку помочь структурировать его опыт пребывания в детском саду. И успех ее – это ее большой труд. И это труд воспитателей, опять-таки, обратим внимание, специализированного учреждения, где есть другое штатное расписание, где есть другие условия, и где есть специалисты с дефектологическим образованием. И мы ожидаем, что переход ребенка с аутизмом в общеобразовательную среду будет успешным, если он поэтапный, и одним из этих этапов может быть специализированное учреждение. Следующим может быть учреждение, когда он нуждается все в меньшей помощи и все в меньшей поддержке со стороны, тогда мы можем его отправлять уже в более свободное плавание, в более обычную среду, которая меньше поддерживает и больше требует самостоятельности и активности от самого ребенка. Валентина, какова сегодня ваша ситуация? Я знаю, что Кате 8 лет, да, это школьный возраст. Что сегодня с ней, как она занимается? Как только мы пошли в первый класс вначале, да, у нас адаптация была не месяц, а где-то полгода. То есть очень тяжелый такой вот период. Вот, и есть у нас школа, которая может принять такого ребенка. Вот, я долго думала, вот, но я смотрю, как она вот здесь влилась в коллектив, где много детей, которые говорят и очень хорошо говорят. Вот. У нее нет обращенной речи, то есть у нее одни слова. Хочу там туалет, пить, да. Вот, поэтому мы решили еще остаться. Остаться, потому что она морально не готова. Мы не знаем, что с переводом в другую обычную школу, как, во-первых, воспримет ее наш коллектив, ну, то есть наши люди. Дети, может быть, и нормально, вот, но у нас есть родители, родители, которые не готовы принять таких детей в классе.
Поэтому пока мы остаемся хотя бы в специализированной школе, где у нее есть свои успехи. И, действительно, это проблема и в родителях, и не работают психологи в таком заведении. Нет, да, не работают. Мне, знаете, вот мы когда едем в транспорте, мне хватает маршрута, и мне иногда хочется сбежать и сказать, наверное, надо свою машину, чтобы нас никто не трохал. Вот заходим, даже если пускай это маршрутка или общественный транспорт, где предъявляешь, что едешь бесплатно. Во-первых, водитель тебе куча гадостей наговорит. Понаржали там и все остальное. Да, да. Вот. Во-вторых, ребенок начинает из-за того, что толкучка ребенка давит, и ты говоришь, осторожно, ребенок, никто на это не обращает внимания, даже если это был бы и нормальный, обычный, здоровый ребенок. Он начинает нервничать, начинает плакать, вся маршрутка, все дорогу слушает, как ребенок плачет, нервничает, то есть у него начинают какие-то проявляться, то есть то ли, наверное, головой бьет, то ли еще что-нибудь, да. Вот. И тут приходится просто вылетать из транспорта, идти пешком. Вот. А представьте, это в классе дети, которые привыкли обычно общаться, да, то на перемене поиграли, потолкались, ну, то есть как это в обычной сфере. И тут появится Катя, которая не понимает этого отношения. То есть у нее можно сделать хуже, да, просто? Да, можно сделать хуже, и она, наоборот, обратно в себя, опять мы замолчим, и опять это начинать с нуля, это просто было столько много времени потрачено, не хочется его потерять. Специалисты поддерживают вас в решении остаться пока еще в этой школе, да? То есть вам рекомендуют, и вы с этим согласны? Мы пока согласны, и мы никуда, то есть пока она не готова. Я предлагаю сейчас поговорить о центре реабилитации. У нас есть сюжет на эту тему, о общей работе центра. Давайте посмотрим и продолжим дальше нашу беседу. Маленькій Каті зараз 9. Вона може висловлювати свої побажання, навчилася малювати та охоче грається з однолітками. Щодня дівчинка радує батьків своїми успіхами. Те, що Катруся хвора, стало зрозуміло, коли їй виповнилося півтора рочки. Нам виповнилось півтора годика. Мы по плану делаем очередную прививку. Мы попадаем в реанимацию. Невропатолог нам выписывал успокоительные чаи, нам становилось все хуже и хуже. Мы вообще с реанимации вышли. Мы вернулись на возраст 1 месяц. Аби встановити правильний діагноз та знайти фахівців, родині знадобилися роки. Лікувати її довгий час відмовлялися навіть педіатри. Врачі участкові від нас відмовлялися, навіть відмовлялися лікувати звичайну простуду. Хвороби аутизм в Україні фактично не існує, так само, як і фахівців, що на ній знаються. Таким дітям, як Катруся, зазвичай ставлять діагноз шизофренія або розумова відсталість. Це стає для багатьох малюків справжнім вироком. З аутизмом не працює ні один спеціаліст. Неправильне лікування зазвичай стає неефективним, кажуть представники благодійного фонду допомоги дітям з аутизмом. Вопрос этот поднимался очень на низком уровне, и не все педіатри можуть вот сразу виявити эту проблему и помочь родителям. В Україні всього 2 лікарі, які можуть поставити діагноз аутизм у Запоріжжі та Києві. І це при тому, що з цією хворобою, за даними світової статистики, народжується 1 з 88 дітей. Це заболевання, яке зустрічається больше у мальчиков, то есть каждый 45-й мальчик по зарубежной статистике вот рождается с проблемой аутистического спектра. Перший центр реабілітації малюків з діагнозом аутизм вже кілька років працює у Дніпропетровську. Зараз там навчаються 13 малюків. Це єдиний центр в Україні, де дітей лікують за методиками, розробленими спеціально для аутистів. Эта методика разработана Юлией Эрц, она представлена новая методика EBA, и она дает хорошие результаты, которые видны на лицо. Действительно, за короткий промежуток времени дети достигают максимальных результатов. Найближчі кілька років Катрусі треба багато чого навчитися. Та головне – говорити. Втім, у її батьків зараз з'явилася надія, що під наглядом фахівців вона зможе досягти значно більше. Жахом вони думають про те, як усе б склалося без допомоги профільних лікарів. Адже сьогодні в Україні живуть сотні дітей, хворих на аутизм, батьки яких навіть не знають справжнього діагнозу своєї дитини. А відтак не знають, що їм можна допомогти. Юлія Крива, Андрій Лисенко, новини 9 каналу. Я думаю, что следующий вопрос, Лидия, наверное, к вам будет. Мы только что увидели, сейчас есть возможность более детально поговорить, какие методы лечения используют в вашем центре, насколько они отличаются от тех, которые рекомендуют специалисты Министерства здравоохранения.
Прежде чем перейти к ответу, я, наверное, бы хотела сказать, что сегодня, в этот день, 2 апреля, в день распространения информации об аутизме, была проделана огромная работа по подготовке к распространению именно этой информации. И сегодня в городе, в данный момент, в Мус-Сити идет трансляция фильма впервые в Украине. «Антон тут рядом». Это история мальчика-аутиста, не актера, который столкнулся с самыми такими жизненными ситуациями. Вот, и мы приглашали всех на просмотр этого фильма. И, конечно, хотелось бы, чтобы там поприсутствовали все наши органы, да, самоуправления. Вот, и хотела бы поблагодарить за активную работу, которая проводилась, такую очень плодотворную работу, которая проводилась к этому дню. Это Алексей Тарасенко и Олег Стахурский, также рекламная группа «Пирог», Гея Корж, Сергей Белый, «Ракета фильм», которые подготовили этот день очень активно. И также хотелось поблагодарить первого человека, который стал нашим первым партнером в плане оказания материальной помощи и подготовки к проекту. Это Лариса Дубинская и ее фотоателье «Птичка», которая проявила инициативу в помощи для создания сегодня такого информирования в нашем городе. Это первое, в чем нуждаемся сегодня все мы, общество, да, и в первую очередь мамы и дети, да, о которых мы сегодня говорим, это информация, да, это информирование, не просто знакомство с проблемой, да. Это информирование, это самое важное, то, что все мы, организации, должны доносить до общества. Это то, о чем говорила Валентина, наше общество еще не совсем готово. И отлично, что есть такой день, который позволяет, такие дни должны быть побольше, которые позволяют информировать наше общество, наших специалистов, больше давать информацию об аутизме. Ну и давайте теперь о вашем центре, все-таки о методах работы в вашем центре. Методы работы центра основаны на прикладном анализе поведения. То есть вот продемонстрированы сегодня мамой Яной, да, это тоже была часть прикладного анализа поведения, это визуальное расписание, а также визуальное сопоставление, это один из методов работы ABA, это действительно огромная работа, это кропотливый труд родителей и специалистов, которые работают в этой сфере. Это не чудодейственная терапия, которая одним махом просто снимает диагноз ребенка. Это очень действительно такая тяжелая работа, которая проводится с ребенком и должна проводиться ежедневно в течение минимум 5 часов работы. Если все совпадает и все хорошо, через какое время можно увидеть положительный результат? То есть результаты – это индивидуальность каждого ребенка, так как аутизм – это не аутизм, это спектр аутический, он имеет… Это все индивидуально каждого ребенка. С одним ребенком можно работать над одним навыком полгода, с другим ребенком можно работать 3 дня. Все зависит от состояния ребенка, от его сложности состояния. Действительно так? Да. Подтверждаете? Да, я подтверждаю, потому что мы 4 года бились над тем, чтобы научить обобщать предметы, количество. На вопрос «сколько?» надо ответить, например, 3. Она 1, 2, 3. Нет, скажи итоговую цифру 3. Нет, здесь за месяц мы выучили. Mm-hmm. И она и поведение, мы уже знаем, как убрать нежелательно. То есть и там даже и родители рассказывают, как работать дома с ребенком. Потому что в каком возрасте вы уже знали о проблеме? В каком возрасте ваш ребенок? О проблеме мы знали годиков 3, но официально нам признали этот диагноз в 6 лет. То есть сейчас вам 8, фактически 2 года назад вы узнали, да, свой диагноз? Нам поставили. До этого у нас ставили, сначала говорили, что мы глухие, поэтому мы не разговариваем. Потом нам ставили, что мы ЗПРщики, потом умственная отсталость, потом вообще непонятно что. Никто толком не мог объяснить, что у нас. Хотя много литературы читаешь, встречаешься с мамами,
мы сами себе определили, что у нас этот диагноз, и мы вот в этом направлении работали сами. Вот. А уже официально нам поставили 6 лет. Лид, ну в связи с этим все-таки кардинально отличаются методы вот, работы специалиста вашего центра от тех методов, от тех указаний, да, которые дают Министерство здравоохранения? Или вы совпадаете? Или частично? Дело в том, что как бы, то, что мы отличаемся, это так есть, да, так как Министерство здравоохранения приняло свою программу, которая обобщает систему, да, работы с детьми с проблемным вообще развитием. То есть там нет раздела аутисты, нет раздела там Даун-синдром или еще что-то. То есть есть какая-то основа. Вот, но просто есть доказанные методики, которые эффективны и которые неэффективны. То есть единственная доказанная методика на сегодняшний день, вот, которая проводились исследования в течение 5 лет, это действительно прикладной анализ поведения. Это не потому, что это волшебный метод, это потому, что он самый эффективный. На сегодняшний день ни дельфинотерапия, ни другая терапия, даже не медикаментозный метод не является спасением ребенка-аутиста. Угу. Ольга Вадимовна, прокомментируйте, да, вот совпадают ли и что по этому поводу говорить? Соглашусь с тем, что ABA – методика с доказанным результатом. Это методика, разработанная на основе экспериментальной психологии. И она таким образом устроена, что позволяет очень четко видеть результат. Там четко ставится цель, и она таким образом устроена, что ее результаты научно подтверждаемы. И действительно, они есть. Существуют различные методики, другие обучение детей с аутизмом, коррекции различных проявлений этого расстройства. И разные специалисты используют те методики, которые совпадают с их мировоззрением, и те методики, которым они обучены. Вот. Рекомендуемыми Министерством здравоохранения вот в список рекомендуемых методик для реабилитации детей с расстройствами спектра аутизма сюда входит методика ABA, это так. Соглашусь, что да, результаты дельфинотерапии и ипотерапии, различных других методов терапии, здесь результаты спорны. Мы научно обоснованно не можем сказать, что послужило для сдвига позитивным, и что не послужило позитивным, тут сказать результатов трудно. Да. Ну вот такая тема в сюжете прозвучала частично о том, что в Украине, скажем так, совсем мало людей, которые могут, специалистов, которые могут диагностировать аутизм. Ну вот это то место, с которым я не соглашусь. Мы с вами видели Ларису Бориславну, которая является врачом достаточной категории, достаточных полномочий и успешно с этой проблемой работает. Другой момент. А вы что скажете? Я могу сказать, что, возможно, не совсем правильное мнение о том, что диагностов в принципе нет. Они есть. Вопрос, во сколько ставится диагноз. Вот яркий пример Валентины, да, о том, что ребенку был официально выставлен диагноз в 6 лет. То есть... Ну, а в чем нехватка тогда знаний, да, у обычных врачей-терапевтов, знаний у кого? Да, тогда кто? Я боюсь, что я сейчас повторюсь, да, в одном из эфиров я уже говорила о том, что да, постановка диагноза аутизм влечет за собой ряд событий, которые нашему законодательству нужно исполнить. То есть это тоже, что ребенка-аутиста надо правильно реабилитировать, ему нужно прописать программу, ему нужно обустроить и создать ему условия реабилитации, и уже как бы всем миром доказано, что это индивидуальные методы реабилитации. Угу. Это ни в коем случае, хотя понятно, что постановка диагноза любого другого, умственная отсталость, либо еще, как бы говорит о том, что ребенка можно устроить общеобразовательную систему, ну, в плане общеобразовательную, то есть реабилитационный центр, который есть у нас в городе, но которые не совсем, к сожалению, могут подстроиться под систему воспитания ребенка-аутиста. Mm-hmm. То есть это огромная система страны, которая вот
мы не ищем виноватых врачей, либо виноватых. Есть система, которую надо как-то корректировать. Как-то то есть сейчас есть аутисты, их с каждым годом все больше, больше, больше. Поэтому эта система должна просто корректироваться. Она застоявшаяся, она многолетняя. И если раньше действительно аутизм... Хотя не вижу здесь, конечно, никакой связи, ставился диагнозом сродненным с шизофренией, то сегодня как бы уже давно доказано, что это абсолютно два разных диагноза, и они никогда не имели никаких общих, то есть как бы, да, сходств. Признаков. У нас есть комментарий, сегодня наши корреспонденты получили, комментарий одного из диагностов. Я предлагаю послушать, а потом коротко попрошу каждого из вас прокомментировать. Хорошо? Пожалуйста. Первые признаки вот реально можно заметить у годовалого ребенка, когда предполагается, что он уже начинает сотрудничать, когда он начинает откликаться на имя, когда он начинает вместе играть с мамой. Вот тогда первые признаки. Можно и раньше, если очень типичные признаки, но все-таки вот реально установить в полтора года. Официально, например, в Америке до 3 лет не ставят такой диагноз, но устанавливается так называемая группа риска. И самое главное ведь заподозрить диагноз и начинать работать с таким ребенком, потому что чем раньше включается работа, тем более эффективно можно помочь такому ребенку. Потому что аутизм – это проблема развития, и она подвержена внешним влияниям. И эти внешние влияния должны быть очень профессиональными. Вот почему идет такая борьба за раннюю диагностику. Ведь поставить диагноз – это же не самоцель. Нет никакого смысла сказать маме, у которой полуторагодовалый ребенок, у вашего ребенка аутизм – до свидания. Вам в садик не надо ходить, таблеток нет, ничего не лечится. Это абсолютно несправедливо. То есть ранняя диагностика нужна для раннего вмешательства. А вот это потребует от государства и от общественных организаций и от любых каких-то некоммерческих организаций создание системы помощи. Вот это сейчас самое главное, что нужно делать в Украине. Итак, мы сейчас слышали, борьба за раннюю диагностику. Кто должен участвовать непосредственно? Давайте резюмировать. У нас заканчивается наше время. Коротко, у вас есть у каждой по несколько секунд. Невозможно поспорить с тем, что ранняя диагностика важна. Это действительно так. И важнейшие специалисты – это медики. И диагностика эта будет все равно проводиться поэтапно, поскольку эта диагностика достаточно тонкая. И установить диагноз не за час, не за месяц, не за два совершенно точно невозможно. И касательно системы раннего вмешательства, это особая услуга, которая сейчас разрабатывается и будет в Украине применяться при поддержке Украинского фонда ЮНЕСКО. Вот эта часть законодательства уже разрабатывается. Надежда есть. Надежда есть. Девушки, пожалуйста, кто же все-таки участник, в чем проблема до раннего диагностирования, ваше мнение? Ну, я скажу одно, что у нас есть в центре несколько ярких примеров детей, которые прошли раннюю диагностику, и у которых все-таки произошло это раннее вмешательство. Деткам были поставлены диагнозы около 3 лет. С помощью кого произошло? С помощью специалиста. Непосредственно. Специалисты все-таки, да. Или родители? Галенко, Ольга Витальевна, которые просто имели возможность наблюдать. И, конечно, сначала заметили родители и обратились за помощью к Ольге Витальевне. И, конечно же, был продиагностирован ребенок. И на сегодня этот ребенок получает квалифицированную помощь именно по методу ABA. И этот ребенок через буквально короткий промежуток времени уже готов к общеобразовательной системе. То есть я могу сейчас абсолютно уверенно сказать, что 8 лет, когда мальчику будет 8 лет, они не столкнутся с такими проблемами, с которыми столкнулась в свое время я и с которыми столкнулась Валентина. То есть яркий вот такой пример ранней диагностики. А можно ли навредить? Вот Ольга Вадимовна сказала, что это действительно проблема ни одного дня, ни одного месяца, да, диагностика и постановка такого диагноза. Если все-таки ребенку поставят диагноз, ну, достаточно вовремя, и потом окажется, что это не так, смотрите, можно ли навредить ребенку? Дело в том, что сама подпись «ребенок аутист» влечет за собой какой-то ряд симптоматики. Да? У ребенка есть проблемное поведение, у ребенка есть стереотипное поведение, у ребенка есть проблемы с обобщением предметом, у ребенка есть проблемы с установлением контакта с мамой и с окружающими, да, сотрудничеством. Это огромный ряд работы.
да, и огромный ряд проблем, которые требуют помощи. И если работать, не задумываясь о том, что этому ребенку нужна сейчас эта таблетка или та, мы работаем непосредственно с самой проблемой, угу. эта проблема просто уходит. То есть это в любом случае пойдет на пользу, да? То есть, как, по большому счету, мы не работаем над... понятно, что если у ребенка есть какие-то органические поражения, либо какие-то вот медицинские показания к приему медикаментов, никто не имеет права спорить, и абсолютно я даже не собираюсь спорить на эту тему, так как я сама долгое время со своим ребенком проходила реабилитационный курс медикаментозный, так как у моего ребенка были на это показания. Угу. Но учитывая, что если у ребенка нет на это показаний, ребенок абсолютно физиологически, соматически здоров, угу. и как бы, но имеет спектр каких-то проблем. Зачем ждать до 6-8 лет, если можно сейчас решить вопрос с этими проблемами, mm-hmm. с этими вот рядом этих вопросов, и забыть об этом. И об этом будут помнить одни родители, что да, были когда-то проблемы, но на сегодняшний день ребенок пойдет в общеобразовательную систему, и они не столкнутся с теми страшными проблемами, да, повторюсь, с которыми столкнулись mm-hmm. мы уже в свое время. Добавлю буквально два слова. То, что процесс диагностики длительный, это не значит, что пока мы не получим фразу «аутизм», педагоги не начнут работать. Педагогическая коррекция и воздействие – это тоже диагностический процесс. Он не будет отложен угу. до того момента, пока угу. диагноз не установлен. Педагоги могут работать, логопеды могут подключаться. Программа ABA успешно работает и с детьми с ДПР, и с детьми угу. с легкой умственной отсталостью в том числе. В общем-то, то, что диагноз не установлен, не исключает то, что ребенок угу. уже начнет продвигаться, начнет работать со специалистами. Валь, ну и очень-очень коротко, да? Я единственное скажу, что вот когда приходит мама с роддома, с ребенка, во-первых, у нее травма психологическая, да, вот она не знает, что с этим ребенком делать, да, она постепенно замечает какие-то странности, да, или там ребенок не делает так, как у соседки там Маши, mm-hmm. да, вот, у нас педиатры должны знать, mm-hmm. как рассказать маме, как должно быть. А если у вас есть какие-то там, как вы думаете, отклонения, вы мне позвоните, я приду, потрачу не 5 минут, развернула, посмотрела и пошла, угу. а проведу полдня и посмотрю, действительно так или нет, и подскажу, к какому специалисту можно обратиться, чтобы вам подсказали, что делать. Как вы думаете, это сейчас возможно вообще? Это реальная ситуация, о которой вы сейчас говорите? Или все-таки она очень, ну, она очень желаемая? У нас реформа еще... прошла медицинская, вот мы ждем, что семейные врачи, да, что наши семейные врачи сейчас этим будут заниматься и будут mm-hmm. более вплотную mm-hmm. заниматься с родителями и с мамами. И когда мама придет счастливая из роддома, что ей сделают квалифицированную консультацию, mm-hmm. как не пропустить не только аутизм, а и другие болезни, которые... Будем надеяться, будем надеяться. К сожалению, наше время заканчивается. Я благодарю всех наших гостей. Спасибо вам за участие. Я думаю, что мы все-таки внесли сегодня свою, хоть небольшую, но вот маленькую такую лепту в дело информирования об этом заболевании. У нас речь шла об аутизме. Я напомню, сегодня день информирования. Сегодня у нас... День информирования об аутизме. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь на 9-м канале. Всего доброго. До свидания.